Здравствуйте, Федор. Это видео про ваш одуванчик. Одуванчик запрограммирован весь диапазон диафрагм. Почему от 2 до 32 вы узнаете, посмотрев таблицу поправок. Фокусное расстояние 50 мм. Сейчас я его упакую. И он будет готов к отправке. Вот такой вот ваш одуванчик. Калибр для наклейки на Арсат практически не нужен, поэтому я его класть не буду. Вы посмотрите в моей видеоинструкции, как клеится одуванчик. Вступайте в мою группу. Я нашел ваш старый аккаунт ВКонтакте и написал вам туда сообщение. Спасибо за внимание.